Ребята, всем привет! Нам пришла посылка с Т-декора. Заказывала я там. Что я там заказала, сейчас я вам покажу. Сейчас я это все достану и перейдем на диван. Потому что здесь на столе мне не так очень удобно это все показывать. Сейчас я достану вам, а потом покажу, что именно нам пришло. Вот так вот. Все, переходим на диван. Так, ну вот, перешли мы сюда. Ребята, что я заказала? Заказала я маски, так как у нас предупреждают, что будет вторая волна коронавируса. Заказала 100 штук масок по 6 рублей. Так, дальше. Заказала спортивные тёмочки. Предупреждаю сразу, это не обзор. За этот товар оплачивали. Бесплатно мне на обзор никто ничего не присылает. Так. Вот такие вот спортивные штанишки. Вот как раз у нас завтра физкультура, и вот ему будут штаны. Классно. Они, я брала на вырост, они немножко длинноваты, но так как здесь манжеты, манжетик, оно не будет видно. Вот такие вот спортивные. Я потом померяю, покажу вам это все. Заказик небольшой, маленький. И чехол на стул с завязками. Это в школу. Взяла два на сменку. Чехольчика. Где он тут открывается? Сейчас я вам достану, покажу. Потому что зимой у нас бывает в классе холодно. И на стульчик надо вот такие чехлы. Чтоб не холодно было сидеть. Ляша, накладной нет. А накладной нету. Я не помню, что почем. Это, по-моему, 100 рублей чехол. По-моему, 100 рублей. Маски по 6 рублей. Спортивные точно не помню, почем. Вот такой вот чехольчик. С завязочками цепляется. Завязывается за стульчик. Хороший. Чехольчик. Вот такой вот у нас небольшой заказик с Т-декора, текстиль. Сейчас Тёмочка оденет спортивный, и я вам покажу. Так, ну что, спортивные штаны сели прям хорошо. Ну, как я и предполагала, что немножко они великоваты, но они вот тут вот собрались небольшую гармошку, оно даже сильно незаметно. Даже кармашики есть. Вот завтра оденешь в школу. Да. И ты хочешь в школу? Хорошо. Так что вот такие вот. Разберемся потом, Илюш, хорошо? Так, извините за Илюшу. Это у нас после садика вот такое вот происходит. Повернись, Тёмочка. Штанишки вообще шикарные, хорошие. Да, Тём? Все, поворачивайся. Все, Тёмочка сейчас у нас переодевается, дописывает пропись и едем в бассейн. Тёмочка у нас дописывает то, что писал летом. Но я смотрю, пишет, вообще не старается. Тёма, ну вот букву «Д» ты вообще пишешь неправильно. Что это такое? Здесь написал правильно, здесь неправильно. Ну как так? Давай дописывай. Ребята, забыла показать вам тортик. Ну вот, уже доедаем последние кусочки. Очень-очень вкусный был торт. Фирма Лучиано. Мы постоянно такие берем. Очень вкусно пекут торты лучиановские. Прослойка, сгущенка, орешек. Вкусный, вкусный тортик. 3 дня ели торт. Вот так вот у нас едоки такие. Так, всем привет.
У нас сейчас идет закупорка. Вот здесь вот сливы будем закрывать варенье. Сливы вот такие вот крупные. Я почистила их от кожуры, от косточки, засыпала сахаром. Так. А тут у нас папа закрывает салат с рисом. Нашел рецепт, будет закрывать. Там залила я 4 бутыля компота. А здесь вот жарится лук, морковка. Жарится, тушится. Еще надо помидоры, перец и рис. Вот он. Готовый рис. Потом я вам все покажу, как это будет выглядеть. Рецепт вот он. Этого салата. Вот чем мы занимаемся. Вдвоем на кухне. Так, ну смотрите, сколько у нас получилось салата с рисом. Получается 11 баночек вышло. И 4 бутыля компота закрыли. Варенье проварили, будем завтра доваривать и закрывать. И еще у нас стоит целый тазик помидор. Сейчас я вам все это покажу. Вот наше варенье. Завтра будем закрывать. Проварилось. И сейчас покажу помидорки. И вот целый таз помидор. Уже мошкара завелась. Уже летает мошкара. Вот, не успели помидоры насыпать. Все, летает. Завтра будем закрывать еще помидоры. Так что ждите видео с помидорами. Короче, закупорка продолжается. Все как всегда. Легче стало. Начинаем шуршать.